Всем здорова! Смегидро 4 сегодня с реакцией на канал Silverhound. Да, тот самый канал, на котором когда-то вышел Addict по отелю Хазбин. Недавно у него вышел новый трек про Вокса, интерлюдия, при участии DA Games'а. Это вообще неожиданно. Кто не знает, Вокс такой типа демон, у которого типа вместо головы телевизор. Он там повелевает телевидением и интернетом, если не ошибаюсь. Но в отеле Хазбин там застился всего там на пару мгновений и все. То есть ждем его полноценного появления уже в самом сериале. Ну, давайте послушаем песню. Все-таки чуть-чуть часть идеи Геймса. Должно быть круто. Though I doubt that this hit you was the most shocking of blows, this reminder I bring to you. That no matter the trade, there's no hope of escape from the toll that I'm sure you roll. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. По-немецки. Потерянная игра жизни. That facade that you sell bears a cross to the test of time. It's a real mother... Мы можем увидеть смерть этой ночи. Это после жизни. Вот это как раз тот самый Вокс тут. Один из высших демонов. Типа он даже, по-моему, сильнее, чем Алластор. Который вроде как повелевает радио немного. Ну что ж говорить, дабстеп тут крутой. А какой-нибудь еще текст дальше. То есть, я так понимаю, тут в этой песне больше упор именно на сам дабстеп, а не на текст. Ну, я даже не знаю, как-то текста очень мало. Это немножко минус. Как-то больше ожидалось более содержательной песни, что ли, чем один дабстеп. Ну, не знаю. Как-то средненько получилось. Ну, дабстеп прикольный, да, но содержание как-то очень мало, там всего куплет в начале и все. Даже в Аддикте было куда больше текста, по-моему. Ну, я даже не знаю. Ну, по... Это вряд ли Аддикт переплюнет. Ну, серьезно. Слабо очень. Хотелось куда-то... чтобы песня была более содержательная. Потому что если эта песня так же, как и Аддикт, появится в самом сериале, ну, надо что-то доделать. Кажется, куплета не хватает в середине еще. Вот. Как вот я считаю. Ладно, если понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чем еще на кончике не подходите, спортайтесь на канал, подписывайтесь на канал Silverhound и DA Games, если понравился этот трек. До следующего видео.